Привет, привет, привет! А сегодня у меня челлендж без буквы А. То есть я не могу нажимать на кнопку А. У меня есть только джойстик, только мишка и только кнопка Б. Я должен собрать стикеры. Вам не послышалось. Сегодня я повторно, в общем, собираю стикеры, прохожу, так сказать. Заодно вот вам покажу, где эти стикеры находятся, вдруг кто не видел. Но сама суть. С буквы А, естественно, можно собрать абсолютно все стикеры. Но вот с помощью только буквы Б джойстика это вообще практически нереально, но некоторые, так сказать, нашел способы. В Черепахограде все, потому что. Ну, как бы уже требуется буковка А там для третьего стикера. А у нас все-таки челлендж без буковки А, поэтому мы используем только буковку Б. Так-с, в принципе, можно было бы быстрее так-то бежать, но опять же требуется буква А для быстрого бега, так сказать. Ну, чтобы быстрее передвигаться все-таки. Так, вот сюда примерно. Ага, вот он, стикер открылся, олени вот так, и, в принципе, забрали стикер. Биматепская пустыня. Сейчас нам придется немножечко попотеть. Потому что, чтобы собрать первый стикер, сейчас столько просто вот нужно сделать, вы не представляете, вот просто сейчас... Вот не надо реально представлять, нужно просто сейчас смотреть то, что я делаю, ребята. Так вот, смотрите, сейчас мы пока что просто бежим, примерно понимая, смотрите, оп, вот так делаем и все. Об стеночку вот так и сделали, и тем самым мы поднялись. Потому что, опять же, если, ну, так сказать, опрофаниться, то получается, чтобы встать с лежа, нам нажать придется букву А. Поэтому делаются вот такие вот трюки, которые вы видели ранее. Ну, я вам показал, да, ведь все-таки, ну, вы видели же, да, я же говорил смотреть. Поэтому вот. Итак, Мишка этот песочный, туда его домой отправили, Васю, ё-моё. Вот, собственно говоря, зачем мы здесь? Правильно, чтобы, в общем-то, взять золотой квадроцикл. Но это еще одно дело. Он нам понадобится, чтобы забраться на корабль. Да, мы сюда прибежали за золотым квадроциклом, чтобы сесть на корабль. Ну, тут, конечно, логика огонь, но, в общем, сейчас мы его подгоним куда надо. В общем, вы смотрите. Так-с, да, этот челлендж, конечно, сложный. Ох, без буквы А очень сложно, так. Сейчас нужно правильно вымерить, чтобы точно попасть. Так, аккуратно. Назад. Так. А сейчас нужно выйти... Опа! Смотрите, все, забрался на корабль. Так-с, за штурвал. Эх, прямо по курсу корабль! Карамба! Капитан у корабля, у руля, ё-моё! Так-с, на песочке плывем. Зачем нам море, если нам песок не по колено? Ух, по песку настоящие моряки плавают, не то что ваши вот эти вот моряки, которые плавают по вот этим всяким волнам, рекам, морям и так далее. Вот это я понимаю, настоящий пират, который плавает по песку, плавает и не плавает, фу, ё-моё, уже того самого. Ну, в общем, мы уже почти подплыли, смотрите сюда, вот, отлично, хорошо. Так, с полесинки, ага, значит, уже не поднимемся. Тогда немножечко вот так сделаем, смотрите, тот самый трюк, опа, все. И вроде и перебрались, и буковку А не нажали, чтобы, ну, встать, так сказать. Аккуратненько проходим, и все, стикер наш. Нас, что-то второго стикера я сильно сомневался. Потому что он очень легкий. Для него, в принципе, ничего не нужно делать, чтобы собрать. Только джойстиком рулить. Ну, серьезно. Тут ни буковка А, ни буковка Б не нажимается. Он самый легкий, но, однако, подходит под челлендж. Итак, чтобы третий стикер собрать, нужно, конечно же, головой подумать. Естественно, медвежий, чтобы как бы, ну, точно сработало. Так вот, собственно говоря, обычный медведь оттуда попросту не долетает без буквы А. Поэтому, что нужно сделать правильно? Вымерить квадроцикл! И тогда у нас все получится. Смотрите, вот так вот делаем. И, в принципе, все, забрали стикер без буквы А.